Ребятки, всем привет, с вами Александр, Легенды Дракомании. У нас произошло пару событий, которые мы ждали. Первое, у нас появился такой милый, няшный, хотел сказать туалетный утенок, но это у нас ванночный китенок, вот так вот как-то. Появился он рядом с нашим кораблем, с которого все начиналось практически в этой игре. И давайте посмотрим, что это у нас за магазин. Так, я вернусь на следующее чего? Чего? А ну еще раз повтори. Вот гаденыш. Короче, аналог нашей гавани. Здесь можно покупать как за монетки, так за еду, так и за кристаллы разные карточки. В общем-то, что я сделал? Я прикупил вот эти вот наборы. Сейчас мы к ним вернемся. Смотрите, внизу у нас написано, вот в продаже 8 штук. То есть я могу за 80 кристаллов купить 8 гневов дракона. Но это нам не интересно. Потом можно за свитки, а еще, кстати, свитки. За свитки можно купить очки портала, да, и нам еще в подарок будут давать 15 кусочков огня, ну, самых простецких, сносных. Также есть 5 наборов по 20 кристальчиков вот этих вот карточек. Это еще, ну, вот такой неплохой вариант, кстати, можно над ним подумать. Ну, энергия, кусочки, это бонус, они нам не нужны. Ну, а вот эти вот штуки точно покупать не стоит. Даже несмотря на то, что здесь дают 50 кусочков, она вообще того не стоит, как бы. И стоит 40 кристаллов. Как-то зачем? Зачем вот, вот эти наборы? Так, блин, здесь опять не видно, да? Что-то куда-то пропала эта надпись. Сколько у меня очков? Ну, 1040 очков у меня. Вот мы можем спокойно себе открыть. И, в общем-то, как-то вот эти вот... А, вот вверху, точно. Тратить вот эти вот наборы, ну, что-то мне кажется как-то бессмысленно. Здесь нету таких каких-то существенных наград. Ну, так, сейчас что-то подвисло, не про... А, прогружается. Ну, вот я и так скоро соберу. Вот хрюшку мне осталось 2 кусочка. Вот смотрите, а от легендарного я вот прикупил... Страж, легендарный страж. Напоминает кого? Протоса. Конечно же, напоминает Протоса. Ну или из Хейла кого-то там. Из последних частей Хейла там были тоже, по-моему, какие-то такие вот стражи. В общем-то, ничего такого особенного. Мы и так здесь насобираем. А вот насчет вот этих вот карточек. Подождите, где эти у нас карточки? Карточки магазин. Так, где у нас тратятся вот те вот карточки? Чё-то мне где-то вылетело с головы. Сундуки, вот. А, это за сундуки. За сундучки. Редкий сундук. И эпический сундук. Вот так вот. Ну, не знаю. Стоит, не стоит. Надо как-то подумать. Я уже, кстати, насобирал, смотрите, сколько. Насобирал 400 кристаллов. А мне нужно... О, кстати, мы только что выполнили с вами задание практически полностью. Так, где мой портал? Вот мой портал. Чтобы его улучшить, нужно 500. Но, думаю, стоит их насобирать. Для этого нужно почаще гладить драконов и заходить еще куда? Где вот? А почему это у нас не работает сейчас вот эта штукенция? Очень странно. Так, а ну-ка на карту давайте зайдем. Магазин. Нет, это не здесь. Ну, то есть, пока что нам отключили вот эту рулеточку, получается. Ну, ладно. В общем-то, кристальчики можно зарабатывать потихонечку. И у нас, как вы уже знаете, идет весенний фестиваль. Он начался вчера, по-моему, после обеда. И главный наш приз. Так, о, кстати, главный наш приз — это дракон бонсай. Это эпический дракон силы 64. Тренерам советуют регулярно орошать и подстригать своих драконов бонсай. Это преспокойное создание обожает так прихорашиваться и очень переживает, когда его веточкам, с его веточками что-то не в порядке. Вот такой дракон, ну ничего особенного, чисто для коллекции. Потом у нас дракон Божья коровка, туда же для коллекции. Редкий силы 64, такой же, как у эпика. Приносит удачи, говорят. Тренер считает себя настоящим счастливчиком из-за того, что нашел такого друга. Ну и вот промежуточный вариант. У нас есть эпический Питая.
Это у нас что такое, плод есть такой, не петунья, есть такой цветок, а питая похоже на какой-то экзотический тропический плод. Эпик сила 66, уже поинтересней. Так, милый яркий дракон питая прямо-таки прыщет очарованием, да. Викинги считают его легкомысленным, но это чудесное создание придает пикантности списку любого из тренеров. Вот так вот. Ну, конечно, божью коробку я заберу, это точно, а вот остальное, вот такие вот события мне жутко не нравятся, нужно в игре сидеть чуть ли не каждых 10 минут, это нереально. Нереально, если, не знаю, не жить в планшете. Так, давайте сейчас мы накормим драконов. У меня для этого насобиралось довольно много подопытных драконов. Вот мы выполнили наши условия. И давайте смотреть, что у нас там новое появилось. Так, выиграть 6 битв, вывести двух драконов. Вывести в смысле выведение. Не высидеть, а именно вывести. То есть скрещивание, собрать еду и битвы. Ну, битвы, как мы знаем, в пещере, в подземелье считаются и на карте считаются. Давайте приступим. Начнем с собирания еды. Ну, тут 4, наверное, максимум. Нет? 5. 5. Дальше ставим на посадку. Это мы сделали. Насчет выведения. Так, вот у меня есть саламандра. Ну, мы ее просто продадим. То есть это легко будет сделать. Нужно всего лишь нам... Что? Яйцо дракона. Дракон огня. Самый дешманский, за 100 золотых монет. И через 7 минут, да, мы сможем сделать это то же самое. Да. Не, собрать еду, вывести дракона через 25 минут. Ну и остались нам выиграть битвы. Битвы мы будем выигрывать. Начнем с этого, так сказать. Но сначала нужно вот это собрать. Так, еще собрать еду на фермах тоже можно. Так. Выполнили. Не забывайте, ребятки, это выполнять, чтобы набирать монетки клана. Ну и завоюйте на карте рудники. Да, это тоже можно выполнить. Как раз нам нужно будет еще 3 раза это сделать, чтобы нам засчитали все битвы наши. Погнали. Я 3 уже прошел, и 3 у нас еще осталось. Так, Агавушка. Вот ты какой хитрый. Мы вот так сделаем. Крепкие дракошки попались нам. Волна номер 1. Ух ты. Апельсины практически. Практически все как апельсины, да. Минимальные изменения. Так, а ну-ка, давайте проверим. Нет тут нашего привидения. На этот раз не осталось. Так, меня отравили. Вот подлецы. Ну и все, это победа. Отлично, мы получили предмет. Идем дальше. Так, а сможем ли мы 6 битв подряд выполнить? Это еще вопрос. Шикарно, вообще всех завалили. Так, контрабас, барабас, мексиканец, метеор, рысь. Так, у меня они все есть. Все эти дракончики есть. Мимо. Кстати, я давно не выполнял ежедневных заданий. Вот мне что-то хочется их так выполнить.
Надо зайти глянуть, что у нас там. Так, это было печально. Но факел всех спас. Вообще незаметно, да? Ну, так же, как и факелу нашему незаметно, удары наших врагов. Да чё вы тоже, все бы окочурились сразу. Вот так вот. Блин, а видите, всего лишь... давайте откроем на этот раз левый. 10 кристаллов. Круто, ребята. Мы на пути к нашим 5 сотням. Осталось не так уж много. Это мы выполнили. Так, а теперь... я уже и забыл, где находится наше ежедневное задание. Вот, вот здесь точно. Давайте посмотрим. То есть, выполняя эти задания, вот, освободите этот район. От духов... Ну, я, по-моему, вот так вот, да? Давайте освободим. И набьем мы сейчас себе свиточков. Кстати, сколько у меня свитков, надо посмотреть. Так, задание выполнено. И освободим этот район. То есть я вот выбирал вот только вот такие задания. И освободить район за это задание дается как раз свиток. И таким образом я там насобирал пару сот свитков. И они мне, в принципе, уже не нужны. Не нужно за ними бегать там, собирать их. У меня они уже в достаточном количестве. Ну, за это дается мало всего лишь. Там сколько? Одно очко, да, дается? Да, одно очко. Это слабое такое задание. Гнев дракона использовать я не буду. А вот давайте вот это задание выполним. За это нам дадут 6 очков. Так, и здесь будут битвы, ё-моё, непростые. Хотя пока что... Пока что все просто. Но может попасться вот бой, один из последних, которых мы выполнили там с третьей попытки, и все. И придется либо мучиться, либо выполнять другие задания. Готово. Так, теперь у нас такое дракошко. У нас еще есть задание завоевать рудники. Давайте завоюем рудничок. Нам их нужно 2 завоевать. Ну, раз мы уж тут рядом. Вот так вот будем скопом выполнять купу разных заданий одновременно. Завоевали. Идем сюда. Здесь у нас даже 2 ночи. Легко мы их выполнили. Так, давайте еще вот рудничок. Заодно и монеток соберем, и задание какое-то выполним. Я сейчас, в принципе, вот не стараюсь, особо не трачу ни монетки, ни еду, может, потому что получится какая-то супер выгодная сделка в нашей гавани, будем так ее называть. Не знаю, как оно на самом деле. Еще, кстати, на 3 звездочки нужно все битвы-то повыполнять. Рагнарёк. Это были 3 металлических дракона, кстати. Так, и Растафари.
Вот и все. Выполнили. Дадут нам 6 очков. Одно у нас уже... А, точнее, 4 очка. За это нам дадут. У нас уже есть 5. Так неплохо награда. Знаете, 170 тысяч золота на дороге не валяется. Так. Освободить районы. Либо вот еще раз пробежаться вот по этим драконам. Давайте что мы сделаем. Сейчас заглянем, что у нас по заданию. Мы давайте эту серию сделаем подлиннее как-то. Ну вот хочется мне еще выполнить с вами вот это вот задание. Вот здесь. Нужно либо раз, два... А, здесь их по два... То есть может быть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, может быть 8 боев. Это долго довольно. А таким образом мы выполним 6 боев. Давайте так пойдем. Так и пользы больше. И надежней. Там, конечно, может быть в каком-то бое 2 дракона. Большая вероятность, но может быть и нет. Ничего себе, какой крепкий. Кто ты такой? Какого ты уровня? 41 всего лишь, но легендарный. Так, это мы выполнили. Проще атаковать зеленью, так надежнее будет. Они точно все окочурятся. Готово. Так, ну сейчас нужно будет после выполнения этого задания показать, да, 5FB09. Как-то так мой звучит код дружбы. Ну ладно. Не-не-не, мы зелень атакуем, чтобы никого не пришлось добивать. Крепыши какие, смотрите. Так. Это у нас будет 7-е, еще 2 боя кроме этого, и все, и мы выполняем наше задание. Омут. Так. Ну и вот последних наших 2 боя. Акула. А, челюсти, подсолнух и арбуз. Челюсти. А есть дракон-акула? Если это у нас дракон челюсти, как выглядит дракон-акула, если он есть? Так, а они у нас прокачаны довольно сильно на 3 звездочки, потому они такие крепкие. Вот и все, ребятки, мы выполнили все наши задания и получаем набор карт. Целая одна карта нам попалась. Ну, вроде этого точно не стоит, короче, ввязываться в эти задания. Но свиточки насобирать это хорошо. Так, давайте проверим, что мы еще... Может, уже таймеры какие-то обновились. Собрать еду можно. Собрать еду. И снова 2 минуты жди, называется. Так, хорошо. Кстати, что у меня тут по храмам? Храм земли. Еще нужно 2 земли. Угу. Хорошо, давайте заглянем вот сюда. Колдовать. И выберем землю. Мне земля, вода нужна, да.
Вот, у меня тут уже практически грязь на 24 уровне. Грязь и можно качнуть. А, давайте еще проверим. Так. Вода уже прокачана. А, пустота и земля осталась. А как это так? А с пустотой что не так? Пустота, ёшкин кот, ребята. Мы пустоту не докачали. Я думал, что уже все. Значит, пустота и земля. Вот что нам осталось. И что у нас такое есть? Вот есть сфинкс. Вот тебя, братишку, мы качнем. И агента можно качнуть, кстати. Агента, сфинкса. Механического. Ну, что поделать. Начнем с агента. Давайте пойдем немножко прокачнем. Агент у нас 16. Так, змей тоже 16. А у агента какая стихия? Агента металл. Ну, у меня все не прокачанные. Агент. А, кстати, вот еще у нас тоже есть. Магнит. Магнит. Еще раз давайте. Пустота ищем. Сфинкс, эпик у нас и агент. Кого будем качать? Ну, давайте тогда сфинкса найдем. Найдем сфинкса. Не туда промахнулся. Сейчас мы его найдем. Эпик. Вот наш сфинкс. Нажимаем перейти. И давайте немножко на него потратим еды. Так, ну... Так, 72, 300. Не хватит нам прокачать ему еще 2 уровня. Потому остановимся пока что на вот этом, ребятки. Хорошо. Так, где ты у нас находишься? Вот здесь находится. Он вместе с туманом. Так, а тебя, кстати, как зовут? А тебя зовут Лучезарный. Точно, точно, точно. Молотоголовый, Лучезарный. Такие вот, в общем-то, у нас будут планы. Точно еще не забыл код дружбы. 5B0F59. 5B0F59. Отлично. А потом заходим в друзья, нажимаем здесь добавить друга и добавляем. Вводим этот код. Ну и потом вот всем своим друзьям, каждый день желательно, вот так вот не забывайте отправлять. Отправлять подарки. Вот так вот. На этом тогда, ребятки, серийку заканчиваем. И так она у нас довольно длинная получилась. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.